Самый минимальный из всех. Так, ну-ка давай по коробке пальнем. На самом деле интересная штука. Полетишь? Блять! Да в смысле? Это не так должно было работать. Почему она рванула? Тюк, с тобой Глюк, дружище, добро пожаловать в Скрэп-механик. Сегодня мы с тобой смотрим подарки, которые мне присылают мои подписчики. Я очень люблю получать подарки, и эта игра, которая позволяет мне просто бесконечное количество подарков от подписчиков получать, это просто прекрасно. Никогда не знаешь, что внутри находится. Смотри, вот тут желтый подарок. Что в нем? Непонятно. Но на нем есть моя аватарочка. Кстати, пока я не забыл, ты должен поставить лайк, потому что я знаю, что очень много людей просто забывают ставить лайки на роликах, потом ролики плохо смотрятся, а если ролики плохо смотрятся, то канал идет ко дну. Так что это очень важно. Поставь, пожалуйста, сейчас лайк, а я буду открывать подарок. Тут? Что это? Это транспорт. Я знаю, что это такой транспорт, специальный транспорт, на котором можно летать, возможно, а может быть, можно не летать. Тут как бы на твой выбор. Так, эта версия просто вертикальная, а вот это вот, по идее, версия, которая мне нужна. Видно. Видно, знаешь, сразу по оформлению подарка сразу понимаешь примерно, насколько качественно проработана та или иная штука. И, скорее всего, вот это какая-то не очень хорошо проработанная штука. Так, ну-ка. Хотя нет, ну смотри-ка. Управление неудобное. Можно было в ASD сделать уже. С модами. А она... Ну она же не ванильная, да? Же не может быть ванильная? Или ванильная? Да ладно. Бить такого не может. Слушай, она ванильная, реально. Обычно такое не особо, знаешь... Люди делают, потому что на ваниле создавать штуки всякие такие сложно. И управлять ими сложно. Так что, знаешь, я, наверное, беру свои назад слова по поводу того, что это плохо проработанная штука. Для ванильного, для ванильной постройки это очень хорошая постройка. Это нужно очень хорошо шарить во всех механиках скрипт-механика. Ну, вот так вот. Вот так вот, да. Тут причем четко рассчитано, вообще все очень четко рассчитано, то есть вот это количество двигателей может поднять ровно вот это количество веса. То есть буквально если я там, наверное, еще пару блоков добавлю, давай вот мне просто интересно. Я сейчас сделаю вот такую плиту, например. Но она же не будет нормально работать теперь, да? Или будет? То есть, по идее, она... Да, вот, видишь, она вниз опускается потихоньку. То есть, а если бы я убрал тут что-нибудь? А, то у нас будет меньше двигателей. Конечно, конечно, конечно. Короче, понятно. Штука очень геморройная, но на самом деле ничего нового особо я не вижу в ней. Так что мы переходим к следующему подарку. Так, флаг Украины. Глюк. Наверху как будто бы кусок яблока. Там реально кусок яблока, смотри. Фор Глюк. Опис. Ёп! Яблоко! Ты чё делаешь? А чё произошло? Дико лагает. Так, ну, в общем-то, все понятно. Там внутри несколько построек. Как я уже говорил, не делайте так. Не делайте кучу построек в одном месте. Это плохо работает. Но, так уж и быть, мы уже, раз уж заспаунили, уже посмотрим, что там находится. Так, дверка открылась. Что-то тут много всего. Маргариты. Хе. Так, это понятно, кто.
Меня больше всего интересует вот это яблоко. Мне кажется, оно очень интересное. Сейчас надо будет его как-то освободить. Итак. А, это этот амням. Точно, который из вот этой Cut the Rope, или как там игра называлась? Cut the Rope. Больше он ничего не умеет делать, да? Блин, жалко. Прикольный. Прикольный чувило. Ладненько. Машинки. О, это как будто бы тачка из Топ Гира. Трехколесная. Давай пытаемся покататься. Я люблю такие странные какие-то транспорты. Трехколесников практически никто не делает. В смысле, я даже еще не поехал. Он уже перевернулся. Так, давай аккуратненько. Господи. Я просто поворачиваю, смотри, вот в одну сторону. Все, он уже улетает, нахрен. Да блин. Сейчас очень-очень аккуратненько так по чуть-чуть буду поворачивать. Все, можно ехать. Нормально, смотри, катаемся. Воу-воу-воу-воу-воу. Большую часть времени почему-то на двух колесах. Слушай, это какой-то трехколесный двухколесник. Как это вообще возможно? Как чувак это сделал? Смотри, он реально на двух колесах чаще едет, чем на трех. Да бляха. Ну слушай, ну это прикольный. Он очень интересный по динамике. Он такой, знаешь, у него подвесочка очень мягонькая. Но это проблема проектировки, что, конечно, вот так вот через жопу все. Так, вот эта штука, я так понял, просто он декорировал чужую тачку. Ну, типа, ну, задекорировал, и ладно. А вот это, говорит, бронированный автомобиль. Говорит, возьми, проверь. Поставь фармботов всяких, вот роботов, огромную кучу. И попробуй к ним ворваться на этой тачке. Тачка выглядит ужасно. Просто ужаснее тачку я редко видел. А еще у нее дверь не закрывается. Это гениально, на мой взгляд, потому что бронированная тачка, в которой нельзя закрыть дверь, это, конечно, что-то с чем-то. Сейчас смотри, что сделаем. Есть у нас вот эти вот ленточные боты. Вот эти. Они просто самые-самые опасные. Самые дерзкие. И сейчас издалека я их пооткрываю. Мне кажется, долго не проживет эта вся штука. Вся эта машина. Па-па-па-па-па-па-пам. Давай вот так вот. Садимся. Садимся. Блин, а эти, по-моему, ничего не могут сделать, да? Это красный... А-а-а! Слушай, он попал по мне прям. По-моему, красные взрываются, а эти не взрываются. А еще руль неправильно настроен. Я заворачиваю в одну сторону, он заворачивает в другую. Да черт! И дверь не закрывается! Ах ты ж собака, а! Что за бронеавтомобиль, объясните мне, который нахрен дверь не закрывается? Это худший бронеавтомобиль, который я только видел! Да блять! Вы издеваетесь! Он постоянно попадает по мне, я ничего сделать не могу. Так, надо сейчас как-то аккуратненько уехать. Еще как назло, короче, я налево заворачиваю, он направо заворачивает. То есть мне еще нужно переориентироваться в управлении, чтобы он нормально работал. Так, где тут, пожалуйста? Сейчас все исправлять, вот завтра все исправлять. Смотри, вот это исправляем. Тестируйте свои машины, прежде чем вы вот это все делаете. Вот это вот цепляем сюда. Вот теперь только этим можно пользоваться нормально. Так, а я хочу посмотреть, как мы будем сражаться против красных роботов. Против злых красных роботов. Сейчас главное успеть уехать. Ехай! Нет! Нет, где моя бронь? Это же бронемобиль! Черт! Спасите! Нет! Да стойте! Ну какой толк от этого бронемобиля?
Его просто с одного выстрела разнесли. Камон. Вроде мобиль. За ним даже прятаться не особо получается. Давай сейчас попытаюсь аккуратненько его поставить. Ага, тут уже и ставить особо нечего. Так, ладно. Ай! Мне нужно какое-нибудь оружие. Во, у меня есть мушкет. А, они сами себя разнесли. Хорош. Анимация ужасная. Он рукой сразу загораживает цель. Как так можно? Придется от третьего лица. О! Ну так неплохо. Короче, очень странный подарок. Надо подарки лучше прорабатывать. Из интересного реально только ням-ням этот. Так, это какая-то клетка. Мне прислали клетку. А зачем мне прислали клетку? Меня хотят посадить в эту клетку. Интересно. Ух ты, робот. Здрасте. Не то, подожди. А он что-то будет делать, или он просто статуя? Ух ты. Привет. Зига, 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 зига. Хачавана, хана. Хачавана, ха-ха-ха. Фига он танцор, ты глянь какой, а. Тыц, 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 тыц. Клёво. Ты чё пидаешься? Чё тебе надо, а? Чё не так? Ну чё, головы так вверх, как будто он вообще этот не осознает, где находится, в какой он вселенной, какое сейчас время, какой год, что вообще происходит? Бедняга, потерялся в пространстве и времени. Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Я за тобой хозяин. Я буду тебе служить. Может, в описании какое-нибудь есть? Все моды у тебя есть. Ага, ну и все. Блин, прикольная штука. Не вижу в ней практической ценности, но здоровская. Выглядит офигенно. Работает, ну, неплохо. Мне нравится, конечно, больше там был какой-то у нас кубик интересный, да, который вот преследовал тебя. Мне кажется, там гораздо больше в нем смысла. Но это тоже, типа, ты себя не будешь чувствовать одиноко. У нас там был вот этот вот Колян, который пихался, помнишь, да? Этот прикольный роботик был. Вот. Давай его, может быть, заспавним. Во, смотри. Вот бот Коля. А это бот, не знаю, Федя пусть будет, наверное. Хрен его знает, как назвать. Федя и Коля, мои друзья. Это уже Федя просто лежит, он уже ужирался. Ой, его атакуют. Слышь, ты что, на моих друзей позарился? Ребята, идите атакуйте этих засранцев. Смотрите, что они делают, а? Они по нам стреляют. Они нас атакуют. Колбасит их, сбивает их. Да, они просто в агонии. Какой ужасный звук. Так, ну понятно, это не особо это работает. Дробовичок работает явно лучше. Все, красота. Они Колю разбили. Коленька, нет! И этого разбили, и Федю побили. Он без ноги теперь. И без головы. Федя! Ой, слушай, я тоже могу его отбить, да? Ладно, я пристрелил Федю, чтобы он не мучился. Федя, все, хватит. Федя, брось! Я не хочу спариваться с твоей верхней частью тела. Все. Надо их обратно вернуть. Новые версии заспаунить. Они же прекрасны. Нас, сука. Федя подрался с Колей. Да блин!
Вы долго будете разборки делать, не? Можно мне открыть наконец-то? Я хочу до Феди добраться. Фига, я его разобрал. Я разобрал его звуком? Вау, слушай, оно уничтожает прям блоки. Оно все рассыпается из-за этого. Клево. Смотри, как разваливается. Клево. Клевое оружие. Надо будет им попользоваться. Но на чем-нибудь, знаешь, на чем-нибудь прям здоровом надо пользоваться им. Иначе не будет смысла. Так, все, Федя, ты свободен. Так, следующий подарок. Коля не одобряет. Федя тоже что-то сторонится. Короче, это калькулятор. Какой-то очень умный калькулятор. Он может умножать числа от 1 до 3. Коробочка не уничтожена. Так, Коля, перестань. Коля, не хулигань. Коля, перестань, говорю. Это умное устройство, возможно. Я, правда, не понимаю пока, как оно работает. Коля, блин, отвяжись. Коль, не тебе подарили. Вот что ты доколебался, а? Вот оно тебе надо, ты даже считать не умеешь. Неугомонный какой просто. А как его включить? Спасибо, Коля! Коль, я тебя на привязь посажу. Замучил. Так, а значит, что у нас здесь есть? Говорит, может умножать числа, складывать там что-то такое. А-а-а, я понял. То есть мы вот это вот сделаем. И, допустим, складываем 1 и 2. И получаем 3. Или не 3. Подожди, а как это работает? А, умножать, да? То есть... Дважды два, четыре. Он умножает, реально, он только умножает. Трижды два, получается, 6. Так, 9. 1. 2. Ну, то есть, умножающая машина. Как она работает, интересно? Это охлаждение. Без охлаждения оно работать не будет. Имей в виду. Ладно, Коль, вставай. Вставай, все дарбальда. Иди с Федей поздоровайся наконец-то. Куда он вообще делся-то? Ходи тут за вами подчищай. Короче, Федя куда-то ушел вообще. Просто упилил. Так, это что? Кнопка. А дальше? Ну, то есть оно отстрелилось, а дальше что? Дальше мне самому, да? Ладно. Кнопочка. Внутри какой-то горшок. Глюк. Форглюк. Мне дом подарили. Смотри, дом на курьих ножках. Только без курьих ножек. Дверка есть. Ути, как белейка. Мне подарили туалет, походу. Который, наверное, должен летать по задумке автора. Но почему-то он роет себе могилу. Коль, как тебе? Коля очень хочет этот туалет. Он ему срочно нужен, видимо. Да шо ты? Короче, просто дом переворачивается. Я не знаю, что автор и хотел этим показать. Непонятно. 3 новых коробочки. Тут что-то, конечно, интересное. Давай с маленькой. Привет. Блин, по-моему, мы видели это как-то. Или не видели, или я с чем-то путаю. Прикольно, смотри, этот скачет. Этот танцует.
Слушай, прям тусовка сегодня роботов, да, начинается? Федя, где ты? Иди сюда. Нам нужно больше людей. Нам нужно больше персонажей в этот мир. Во, смотри, нас уже четверо. Где там? Колю тоже мы сюда поставим. Еще я знаю, есть вот такой вот у меня челик, которого Коля увез. Я, правда, не помню, как он включается, если честно. По-моему, он по удаленке включается. Во. Баклажанище, роботы. Федя уходит от нас. Феде не нравится с тобой. Красному тоже не нравится. Ну и все. Вот, все. У нас тусовка сегодня вот такая особенная. Есть баклажаны, есть ящики, есть Федя, есть Коля. Этого, я думаю, хватит пока. Опа! Так, кнопка вон там. Хотя кнопка здесь. Написано, что там. То есть вот здесь. Имба! Типа, которая Energy или как? Они мне не платили, я не могу это произносить. Это машина с ракетой, которую Коля мешает мне обозревать. Пес собачий. Коля, угомонись, это опасная машина, если что. Смотри, какая. Она прям дрифтит. У нее задние колеса хорошо поворачиваются, она прям хорошо едет. Смотри, вот так на полной скорости я заворачиваю. Так... Радиус поворота просто минимальный. Самый минимальный из всех. Так, ну-ка давай по коробке пальнем. На самом деле интересная штука. Полетишь? Блять! Да в смысле? Это не так должно было работать. Почему она рванула? Почему видосы стали с подарками так редко выходить? Ребята, все очень сложно. Мне приходится работать. По 8 часов я дико устаю. У меня просто нет времени записывать видосы. Поэтому мне нужна поддержка от вас. В том числе и материальная. В том числе и лайками. В том числе и просмотрами. Да и просто теплыми словами тоже лишним не будет. Вот. Ну-ка давай еще раз попробуем запустить. Аккуратненько только. Аккуратненько, давай. Во, полетел! А куда? Где он? Где он? Он реально полетел, но недалеко. Блин, прикольно. Он, по идее, должен был вперед лететь. Ему нужно было какой-то трастер, наверное, ставить. Чтобы как только он отцеплялся от вот этого, от этой машинки, чтобы сразу он летел вперед. И там уже по крыльям как-нибудь выровнять, чтобы он четко вперед летел. Идея клевая на самом деле. Вот такой мобильный какой-то артиллерийской установки. Вот у нас же была какая-то, да? Мы какую-то делали ракетную такую штуку, которая типа могла стрелять. Очень хорошо. Мы еще обстреливали тогда здание, вот это все. Очень клево было, очень интересно. Вот можно то же самое что-то поставить, только вот нам на машину. Должно быть круто. Так, ну что ж, посмотрим, что еще. Коля. Коля забанал. Смотри, Коль, помоги мне лучше вот это все включить. Тут, видишь, я недовольный с кривой Хари. Прям как сейчас. Ну что ты, что ты дверь долбишь? Не долби дверь, она ни в чем не виновата. Так, Коля, хватит ломать подарки, пожалуйста. Тебя дверь отшлепает. Коля, перестань. Коля, неадекватный дрон. Коля, брысь. Коля, уходи. Что ты сделал? Ну, идиото. Коля, неадекват, короче. А что это такое? Это огромная консервная банка? Она где-то все еще приваренная. А, не, не приваренная. Это какая-то машина? Консерва из Голливуда.
Значит, консерва из глюка. А что внутри? Давай посмотрим. Вот это креативчик. Люблю такой креативчик. Смотри. Оп. Открываем. О май гад. Глюка разделали. Рука глюка. Еще одна рука глюка. Нога глюка. Еще одна нога глюка. О боже, какой кошмар. Реально консерва из глюка. Красавец, просто автор. Обожаю такие подарки. Обожаю. Это максимально просто креативно. Вот, вот ты вообще ожидал, ты сегодня запускал видео. Ты вообще мог представить, что вот такое подарят, а? Что чувак возьмет и подарит мне консерву из меня. Вот я ожидал там какие-нибудь, знаете, там танки вот это вот любят, какие-нибудь машины. Вот прям вот люди очень любят это. Но это так банально, так уже надоело. А вот это типа заебись консерву. Я сохраню ее себе на память. Это же офигенно. Консерва из глюка. Все. Теперь мы с ней не расстанемся. Прекрасная вообще постройка. Я просто пятками аплодирую человеку, который это придумал. У тебя очень хорошая фантазия. Коля, видимо, там окончательно застрял, да? Ну пускай сидит, тут замучил уже. А это что? А, это квас. Я почему думал, что это огромная, знаешь, кубинская сигарета. А это квас. Так, а это я, который опился кваса. Понятно. А это машина, которая, видимо, развозит квас. Давай посмотрим, что... Как она ездит. Выглядит страшненько. Ну, прям страшненько выглядит. А еще ее до сих пор держат. Отпусти! Как мне теперь выбраться, блин? Тут вот вообще просто вот ничего не рассчитано. Ай... Я просто уберу вот это, наверное, кресло, потому что оно здесь просто мешается. Вот пиксель-арт клевый, а остальное все сделано как попало. Оно же должно было отстрелиться, вот вроде картон поставил, почему не отстрелилось? А как оно отреагировало на то, что я вошел? Сенсоры какие-то, что ли? Унитаз, туалет. Еще какая машинка. Ну давай прокатимся. А, это почта! Почта России. И это какая-то неканоничная, если честно, почта. Она очень быстрая. Прям на редкость быстрая. Пойдем Колю высвобождать. Я сейчас тараном выбью его к чертям оттуда. Где он там находится? Коля? Коля, ты что здесь делаешь внутри? Ты зачем сюда попал? Коля, я к тебе. Коль, не трогай меня там. Извращуга. Коля еще тот проказник. Надо быть осторожным с такими Колями. Если у тебя есть друг Коля, то тоже там будь с ним осторожнее. Ну смотри, всякое там может выкинуть. Коля, блядь! Коля, перестань! Коля, собака, уйди нахрен! Замучил, а? И без тебя лагает. Ты посмотри, как лагает. Что ты прикопался? Неадекват никакой. Вот сейчас опять ушатаешься же об коробку. Что, я не знаю, что ли? Надо быть осторожно. Осторожно надо быть с Колями. Так. Все, смотри, открываем. А машина. Ничего. Ну, сука, Коля, уйди. Уйди, собака еще пихается тут. Замучил какой, а? Настырный такой. Есть дроны нормальные, это настырный. А, ух ты ж. Ух ты ж, какая подвесочка-то у нее. Слушай, прикольная машинка. Ну, типа, она...
Она быстрая, как та почта, но еще с подвеской. Не самый лучший. Это огурцевоз, судя по всему. Видишь, тут огурец. Да, и внутри огурцы. Точно говорю, огурцевоз. Вот мы его закрыли. И мы готовы ввести огурцы куда угодно. Сейчас, короче, знаешь, что сделаем? Сейчас будет битва между огурцевозом и Колей. Так, Коля уже победил почему-то. Но я так не планировал. Подожди, подожди. Сейчас мы все устроим. Не надо отъехать подальше и аккуратно развернуться, а то эту штуку нахрен заносит. Просто сказочно. Так, так, поехали. На! Не, надо больше скорости. Надо сильно больше скорости. Ну, Коля такой, он как бы настырный. Он просто вот едет и едет. Он на пролом едет. А эту машинку на самом деле нехило лагает. Я не знаю почему. Это прям жгучий черт. А не машина. Все, смотри, аккуратненько разворачиваемся. Потому что быстро на ней нельзя разворачиваться. Огурцевоз все-таки детям не игрушки. Теперь пытаемся ехать максимально ровно, при этом прыгая жопой. Я этого не планирую, оно само. На! Ха! Я победил Колю! Коля в отключке! Так, быстро сваливаем, пока Коля не очухался. И быстро спавним другой подарок, пока он... А, подожди, там в том подарке еще что-то было. Коля, не трогай меня! Коля, отстань! Благо, я умею быстро перемещаться. Фу. Тут еще больше огурцевоз, походу. Оу. Ого. То был мини-огурцевоз, а тут макси-огурцевоз. Реально, слушай, такая же тачка по факту. Реально огурцы. Ладно, типа мы можем закрыть. А если мы вот это еще откроем? Что это вообще? Этот поддончик, который, знаешь, типа вот чтобы загружать туда что-нибудь. Нифига себе. А это что? А, это доступ к двери. Это пожизненный запас туалетной бумаги. Нужен любому дальнобойщику. Как у... Слушай, как продумано. Как раз то, что нужно. Так, давай, забирай, пожалуйста. Забирай, пожалуйста, вот это все. Все, мы сейчас будем закрывать это все. Если оно закроется. Нет! Нет! Нет, Коля, что ты доделал? Ты все испортил, Коля! Придется заново открывать. Все, закрываем. Закрываем и уходим сюда. Поехали! Смотри, какая красота, а? Грузовоз. Я могу отсюда открыть, кстати, все. А, это дверь. Это фонари. Ага, а это еще одна вот эта вот штука. Короче, я могу на ходу, получается, это все делать. Но этот грузовик не прыгает. В отличие от прошлого. У него жопа не подпрыгивает. Он просто нахрен переворачивается и все при поворотах. Так. Прочитай. А, Почта России. Я думал, прочитай описание, как всегда. А тут Почта России и банк. Видимо, и банк Почты России. Конствами. Чего? Я не знаю, как это читается. Просто ограбь банк, говорит. Хорошее предложение, чего нет? Так, ладно, допустим. Я что-то нажал. А банк, я так понимаю, внутри, да? Так, короче, я так понял, что это какая-то огромная коробка, из которой мне нужно вытащить другую какую-то коробку. Я правильно понял? Или нет? Я не понимаю. Коля! Ладно, Коля, спасибо. Затул меня как раз туда, куда я хотел. Так, понятно. Вот эту штуку, короче, надо убрать. Это просто обертка от банка, которую мне нужно ограбить.
А вот сам банк. Давай смотреть, как нам внутрь попасть. Для начала открываем двери. А! Собака. Так, все, я внутри. Тут у нас есть спутган. И... давай спутганчик, наверное, возьмем сразу в руку. Он нам пригодится. Я очень люблю обычный спутган, потому что он максимально точный. Он тоже хочет банк грабить. Давай, я с тобой. Нет, Коля, ты сидишь здесь. Я граблю банк без тебя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты глянь, что, а? Ты глянь, что тут удумал. Все. Просто на месте прибил. Допустим. Смотри, нажимаем туда кнопку. Заходим. Блин, такое на самом деле нужно делать в формате приключения, испытания. Так, я нажал кнопку, оно что-то ничего не сработало. А должно же было, да? Вот я что-то нажал. Ничего не поменялось. А, ну должно было открыться, но не открылось почему-то. Во. Так, мы в сейфе, да? Сейчас нам откроется хранилище. Уходи, хранилище. Откройся. Ну или вывались, я не знаю. Что-нибудь сделай. Да, мы внутри. Тут золотые стены. И золотые слитки. И золотой унитаз. Так, а это какой? Это типа черный ход. Как сбежать, да? Ха-ха-ха-ха. Банкоматы. Все. И тут выходим. Или не выходим? Выпустите меня. Где мой подельник? А ну давай поехали отсюда. Поехали, сейчас полиция приедет. Слушай, вообще, мне кажется, интереснее было бы врываться в такой банк с вот этой штукой. Давай, рассыпайся, банк! Так, Коля, Коля, ты лагаешь. Коля, ты все портишь. Или нет, или оно само все портится. Господи, где мой FPS? Знаешь, что очень круто в этом подарке? Что чувак засунул его в коробку, в огромную коробку, и при этом еще он сварил все хорошо. Потому что обычно бывает вообще все не так. Обычно делают как попало реально. И оно потом и не отваривается, и оно потом задевает все. А я как просил вот сделать, типа в коробках присылайте. Вот в коробках и прислал, чувак. Вообще красавчик, прям. Муах, молодец. Вах-вах, мэн, ты просто. Так, смотри, я попытаюсь сейчас вот так вот взломать банк. Я его приварил. Просто звуком разбирать стены. Давай! А если я вот так встану? Нет, не получается пока. Очень тяжело разбирается. Этот уже умер просто, весь умер. Давай! Разбирайся! Я, по-моему, там вообще внутри уже все сломал. Через стену. Не ломается? Чё за стена такая? Давай, мне нужно, чтобы вот это хотя бы сломалось, ну? Слушай, вот все что угодно ломается, но не то, что мне надо. Может быть, пролезем? Нет? Что, вот так вот просто буду палить?
Давай, давай, давай. Дверь, все, дверь разломал. Охренеть, я тут разобрал вообще все. Ты посмотри на этот пол. Тут вообще ничего не осталось. Звуковая пушка просто огонь, смотри. И тут и дверь снес, вообще все снес. И вот это тоже обосраться. Просто уничтожил все. Банкоматы тоже снес, вообще все снес. Слушай, звуковая пушка прям интересная. Мне такой, такой способ повреждения интересный. То есть на рандомно блоки какие-то выбивает. Причем непонятно на самом деле до конца в каком радиусе и в какую сторону. Вот я стреляю, ни одной дырки нет. Где? Непонятно. Можно еще по старинке вот так вот. Халах Акбар! Быщ. И все. Красота. Следующий подарок. Я на самом деле нахожусь на его крыше прямо сейчас. А сам он вот такой. Ема, вы чё? Я его обходить со всех сторон замучаюсь. Ну тут ничего больше и нету. Хорошо, давай открывать. Это что-то странное. Что это? Томазик. Томазик? А, это маяк. Это маяк. Большой маяк. Только маяк надо освободить от коробки. Я так понимаю. Ну слушай, похож на настоящий. Блять! Маяки так не делают! Это что за дерьмо было сейчас? Я тут вам... Чё вообще? Я пришел маяк проверять. Я смотритель маяка. Вот я и смотрю на маяк. Смотри, вот, значит, камни. Ну, знаешь, там у подножия всегда маяков камни бывают, которые вот там, чтобы волны разбивались, вот это все, чтобы все хорошо было. Чтобы маяк не повредился. Потому что маяк, он очень важный, конечно. Вот, иногда, если ты съешь не те грибы, если тебе бабушка не те грибы приготовит, то маяки взлетают. Но это нужно, чтобы бабушка что-то не то приготовила. Без этого не работает. Это важно. Вот, а потом они делают салют, да. Так жизненно вообще. Так, форглюк, тут какой-то луноход. Мне подарят луноход, чтобы я ходил по луне. Я никогда еще не ходил по луне, кроме Kerbal Space Program. Слушай, я прикольненький. Уи-у-уи-у. Так, и фонарики, и все. В принципе, ничего особенного. Подвесочка. Ну реально по Луне только ездить. Была бы тут локация какая-нибудь с Луной. Вот эта локация больше на Марс похожа, если честно. Ну никак не на Луну. Так, ну а напоследок я хочу насладиться вот этой прекрасной вещью. Прекрасным своим строением, которое... Во, работает. Надеюсь, что скрэп-механик оптимизировали за последнее время. Потому что мой колонизатор... Все еще ждет, когда все оптимизируют достаточно, чтобы мы могли заселить этот мир полностью моими клонами. Ей. Ей. Пока отлично. Интересно, если я сейчас физику на простую поставлю, что будет? Ну, вообще хорошо. Короче, знаешь что, я сейчас оставлю это на несколько минут. Вот, а то, что получится в результате, ты увидишь уже в следующей серии. А поэтому не забудь там вот следить за каналом, не забудь поставить лайк. По ссылочке в описании ты можешь зайти на наш Discord сервер. Ты можешь, что еще сделать? Ты можешь попасть на наш Boosty, где ролики выходят раньше, чем здесь. И, кстати, там ты увидишь продолжение раньше. Вот, а еще ты можешь стать спонсором канала, было бы здорово, если у тебя есть такая возможность. Я бы прям вообще вот тебе пожал бы все твои конечности, которые ты только позволишь мне пожать. Вот. Короче, обнимаю тебя, целую, удачи тебе и бобра, дружище.